Всем здравствуйте. Поехал сегодня на Вороне испытывать вот эту штуку. До этого был без него. В общем, одного лося я одиночного видел. Самый большой, который из предыдущих видео был, где их там три штуки бежало. И два раза потом натыкался на быка с коровой. Но уже света не хватало, с квадрокоптера я их видел. Один откликался, метров 150 не вышел, второй метров 300 остановится, постоит. Корова идет, и он за ней. Сейчас не знаю, что у нас с вороном получится, не получится. Если получится, то еще большой вопрос, получится ли заснять. Потому что сейчас 15 минут, наверное, флешку включал. Камеру, вернее, флешку, она у меня никак не видит. Ну, вот такие дела. Ворон на меня кого-то похоже стал. Слышать или видеть. Периодически смотрит в ту сторону. Все чаще и чаще. Вот он к нам идет. Только причем это корова вроде. Похоже, тут с быками напряженка. Ветерочек слабенький тоже на нее тут. Сейчас попробую еще окнуть. Идет, облизывается. Нравится и ворон. Еще пару раз окна отключаться не буду. Нет, что-то мы ей не понравились, в общем. Ну, пусть бегает. Метров 80 до нее было. Теперь ворон противоположный угол. Внимательно смотрит. Ветерок на нас. Значит, кого-то чует. Направление маленько меняет, чуть-чуть правее начинает.
начинает смотреть, чем изначально. Значит, кто-то движется. Я пока ничего не слышу. Надо на ворона смотреть вообще. Слышно, не знаю, фыркает, прям очень вдыхает в себя запахи. Тоже, как и я, учится. Окунь. Или там идут кабаны. Ветки шевелятся. Пока никого не вижу. Судя по тому, как себя ведет, либо все-таки кабаны, либо лось большой. Кто-то такой, кто ему не нравится.
сместился, и вон там он где-то идет. И уазик гудит. И сижу и думаю, то ли сваливать надо отсюда, то ли дождаться, кто все-таки, интересно же. Может, уже нас тоже тут егеря услыхали, объезжают. А может, это они и крадутся по кустам. Или от нас, короче, кто-то там убегает, или к нам бежит. Где-то он там. Похоже, убежал тут. С подветренной стороны забегает. Ну что, видно уже, вообще уже плохо эта камера-то засветляет еще маленько. Я так не вижу, как без нее. В общем, зверь какой-то сместился вправо. Причем что тут по кругу, метров 500, наверное. Вот он периодически поглядывает. То правее, то чуть-чуть левее. Последний раз, где я слышал, ветки хрустели, что кто-то побежал в ту сторону, да, ворон? В общем, вот такой вот индикатор. Самый лучший. Наличие зверя. Чувствует очень хорошо. И слышит, и видит. Ну все. В сторону дома будем двигаться. Собаки затихли. Уазик где-то в той стороне вроде потарахтел еще. И все. Луна вот такая красивая. Ну ладно. Всем пока.